Всем привет, меня зовут Катя Клэп. И как вы знаете, за последние несколько месяцев я вылезла из какой-то пещеры и поняла, что существует кей-поп. Самое логичное, что должно было случиться, но чтобы я, естественно, попробовала как танцевать. А так как я совершенно нуб и бревно, мне нужно руководство и помощь профессиональных кей-поперов. И в этом мне помогут Макс. Всем привет! И Настя. На ютубе и искали интересные танцы, мы решили, что все-таки станцуем также Ариану Гранде, Thank You Next, потому что танец достаточно прикольный. Конечно же, J-Hope, Chicken Noodle Soup и Blackpink, Дуру-Ду. Ты слышишь, как у меня живот заурчал? Да, я думаю, твои кости гремят. У кого-нибудь есть опыт в танцах? Да. Какой? Плохой. Я предлагаю нам начать с чего-нибудь легкого, с того, что нам всем близко, более с такой западной культуры. То есть как бы немножко разогнаться, понять как бы темп и уже перейти к кей-поп. Тренды — это мое все. Этому клипу уже, наверное, год. Я думаю, больше. Thank you next. Больше? Я думаю, больше. А, мы будем повторять танец с дальних девчонок. А, логично. Мне кажется, это будет всем знакомо и понятно, и очень просто. Всем это кому нам? Очень просто. Я не смотрела ни дальних девчонок, ни клип Thank you next. Дэм! Хопа, 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 а потом и по жписке. Ну, я думаю, это самый простой танец. Давайте. Готовы попробовать сейчас это хотя бы примериться? Да. Я хочу. Давайте сейчас порепетируем, потому что потом мы пойдем танцевать это на улицу. А! Кать, по-моему, что-то не так со слухом. Какой стан? Я не хочу здесь быть! Толкнулись. Хорошо, я буду сзади. Сука! Чё? Аут. 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 Это же изи! Может, сначала повторим то, что выучили? Движение. Спасибо, всем будь здоров, Настюшка Космушка. Я думаю, вы меня хотя бы позвали мне здоровье. Thank you. Next, next, thank you. Next. Ты что, забыла? Давайте еще раз. С тобой еще раз. Постарайтесь только. I'm so fucking grateful for my ex. Thank you, next, next, thank you, next, next, thank you. I'm so fucking grateful for my ex. Это самое худшее. Я могу петь. Можно танцевать. Вы в танцах! Такие мы танцовщицы, конечно. Я теперь понимаю, почему ставят зеркало, когда репетируют. Потому что нужно себя видеть. Я теперь понимаю, почему все танцовщицы такие худые. Релакс. У меня подмышки мокрые и не только. Писец. Ты вот так сказала. Писец. Ты ничего не делал. Давай. Все перевошли в чат. Хоть бы ты сказал такое, понимаешь, ты где? Типа зарядила такая.
получилось. Я хочу куда-нибудь выйти. После видео Насти, где мы просто жрали. Даже там вспотели. Даже когда жрали, мы ртом подвигали, вспотели. Танцуем. Стойте, я не готов. Я сломала Максима, я сломала Максима. Ладно, ладно. Она сказала, суки. Люди над нами смеются. Они смеются до сих пор, вы понимаете? Нет, они все смотрят. Они стоят по сторонам и смотрят. И смеются, наверное, и думают, какие же тупые, зачем приехали сюда. Реакция японцев на туристов просто. Вот так надо назвать этот ролик. Я туда перекрылась, Юлика. The downfall of они прям собрались, как на концерте. Чего? Я все не могу. Получается. Все, идем дальше. Потом как сюда. Надела зеркало. Пошла, блин! What the fuck is this? Угадайте, что за песня? Фу, как жарко, да, ведь? И воняет. Постарайся. Калинка, головой главное сделать. Головой у тебя хоть. Надо сделать не забывать. Прям так с головой. Прыгнула. Ой, еще рыгнула. А что так плохо-то? Хорошо, мне кажется. Они даже у них не видно в камере, понимаешь? Этих людей не видно в камере, они просто смеются над нами, их даже не видно. Они пипец ненормальные просто. А, вот это то потом. Левый, то правый, а потом то ногами сильно. Ну все, давайте, я готов. Это, видите, как за один вечер просто японец один унизил всех, потому что мы просто соснули. Джапан вас ненавидит. Все идут и улыбаются с работы и ржут. Просто все японцы нас смотрят. Уже я никогда еще не видела, чтобы японцы улыбались и смеялись так открыто и серьезно. Мы повышаем им настроение своим клоунизмом. Происходит клоунизм. Но мы старались. И это ужасно. Я даже охрипла.
Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, все ссылки внизу в описании. И также еще у ребят вышли совместные коллабы наши на их каналах, так что ссылки видите внизу в описании, смотрите, лайкайте, поддерживайте и занимайтесь танцами. Вот такие вот мы сестренки-танцовщицы, которые не умеют танцевать. Ну, ни хрена, и это он говорит. Кстати. И он говорит про нас. Да. Сестренки-танцовщицы. Да. Я тоже ваша сводная сестра. Просто сюрпризом. Что произошло опять? Фо! Фо! Он сидит ближе ко мне, да! Переходите по ссылкам внизу в описании, смотрите видосы, лайкайте, поддерживайте и обязательно подписывайтесь на ребят, если вы еще не подписаны. Ну, а вам я желаю оставаться такими же позитивными. Креативными. И всего вам самого светлого. Пока-пока.